Как сегодня тренинг называется, о чем я рассказываю? Как создать успешный бренд, где взять деньги на развитие бизнеса, как получить большую прибыль и бороться с сезонностью. Эти и другие вопросы интересовали собравшихся, среди которых студенты сельскохозяйственной академии и участники федеральной программы «Ты предприниматель». Борей Алибасов – самый молодой в России бизнес-консультант. Он поделился с собравшимися секретами успеха. Мы 7200 предприятий открыли в программе «Ты предприниматель» за 5 лет, каждому из которых я вот все эти бизнесы вел. Поэтому багаж бешеный. Приходят студенты с бизнес-идеями со своими. И задача была довернуть их, сделать им дорожную карту открытия их бизнеса для того, чтобы у них от момента «хочу» дошло до момента «вот я сижу, сотрудники, деньги зарабатываю, все здорово». Ребят интересовало, необходимо ли высшее образование для открытия собственного дела. Для Бари эта тема очень актуальна. Один из первых проектов успешного руководителя был посвящен развитию Московской финансово-промышленной академии. Бизнес начинался практически с нуля. Сейчас учебное заведение насчитывает более 90 тысяч студентов. Проделав долгий путь, Бари сделал вывод, что высшее образование – это формальность, которая необходима, чтобы дорасти до открытия своего дела. Я так очень часто отшучиваюсь, что меня не взяли в высшее учебное заведение, поэтому, чтобы в него поступить, пришлось открывать свое. Единицы, которые к 17 годам созревают для того, чтобы быть самостоятельной, ответственной личностью, им, в принципе, даже высшее образование, с моей точки зрения, и не нужно на этом этапе. Оно им нужно будет потом, как инструмент получения знаний, но по мере необходимости, когда они вот будут уже заниматься бизнесом. Автор интересных методик по работе с персоналом, эксперт в области продаж, рекламы, создатель эффективной модели продвижения в социальных сетях считает, просто так ничего не получится. Надо работать. В течение 10 лет необходимо вставать в 6 утра, работать до 12, с одним выходным в год. Тогда бизнес обречен на успех. Что касается сферы работы, здесь все гораздо проще. Самая лучшая сфера – это сфера, которая находится у вас в сердце. Потому что самый классный бизнес – это бизнес, который организовывается не ради финансовой прибыли, самый успешный, самый перспективный, а бизнес, который является, наверное, инструментом самореализации. Барри Алибасов считает, что большинство конкурентов будут стремиться заработать деньги. Этого делать не надо. Необходимо быть заинтересованным в том, чтобы изменить этот мир. Мыслить о чем-то глобальном. Тогда вы выделитесь среди конкурентов и сможете стать руководителем успешной компании. 30 гениям.